В средней школе номер 6 имени Кожаберген-Жырау прошла научно-практическая конференция, посвященная исследованиям уроженки Северо-Казахстанской области профессора археологии Марал Хабдулиной. В мероприятии приняли участие профессора, преподаватели и школьники. Подробнее в следующем сюжете. Научные интересы Марал Калымжановны тесно связаны с исследованием обоснования степной цивилизации, проблем культурогенеза древних и средневековых социальных общностей. Тема для конференции стала из научных заслуг ученого – исследование городища раннего железного века Актау. Это поселение эпохи бронзы Шагалалы, средневекового городища Базок, крупных курганов раннего железного века в Северном Казахстане. Древняя история нашего края, она охватывает огромный хронологический период. И вот одним из таких наиболее известных и ярких памятников, которые были открыты и исследованы археологами в 20 веке, является город-крепость, который прям стоял на берегу Ишима, на правом берегу Ишима. И мы ему дали название при исследовании городища Актау. Он является очень интересным с точки зрения того, что он находится на границе прямо степной части и лесостепной части, то есть на границе двух культурно-исторических миров. Аим Чистобаева вместе с одноклассницей работали над изучением исследования Марал Хабдулиной. За полтора года сделали проект, в котором смастерили макет городища Актау. Был Актау қалашығы біздің... Городище Актау играет значимую роль для нашей истории. Это место находилось у нас, в Петропавловске, в районе Солнечного. Мы смастерили макет и создали импровизированный этноаул. К слову, Марал Хабдулина – автор 215 научных трудов, из них 7 монографий и 5 учебных методических пособий. Алихан Жексыбаев, Дамир Искендиров, служба новостей.